Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня у нас 26 мая 2019 года. Я сейчас нахожусь на том месте, где вот я пообращался с жалобой на то, что здесь был уничтожен газон и вот устраивается парковка. Была мною написано обращение в администрацию города, и получил я ответ. В ответе сказано, что плодородный слой восстановлен, трава засеяна. И действительно мы видим здесь, что землю привезли. Вот это вот, видимо, они считают, что они засеяли. А, нет, это листики. Но, видимо, будем надеяться, что траву они как-то сюда тоже посеяли, хотя я чуть не надеюсь. Ну а здесь понятно, здесь все равно будет въезд, потому что здесь делаются ворота. А вот кто-то, видимо, купил участок, будет здесь построен дом, и здесь вот будут ворота. Ну, когда есть ворота и въезд, то, конечно, здесь разрешается, да, сделать въезд. Ну а здесь вот, конечно, это здорово. А еще они написали, что я написал, что еще дерево спилили, потому что на Google картах, на панорамах явно видно, что здесь росло два дерева, вот одно, вот, а тут было второе. Но чиновники написали, что спила дерева не обнаружено. Уважаемые чиновники, вот это дерево, вот оно, это дерево, посмотрите, вот этот пенек, вот здесь росло дерево, а вы его не увидели. Ну вот посмотрите, пожалуйста, на этот пенек. Почему-то у нас чиновники всегда стараются отмахнуться, когда где-то пилят деревья. Сейчас вот на Супсехском шоссе, там, где я вот показывал, сейчас ссылку дам, строительная компания «Развитие» спилила 31 дерево, и сейчас спил деревьев продолжается. Вот мне пишут, что продолжается спил дерева, я еще, наверное, туда как-нибудь доеду. Я писал в природоохранную прокуратуру, но они ответа вообще не получил. Вот это мне странно. Когда пишешь в прокуратуру, ну, тоже, конечно, в виртуальную приемную, а проходит 30 дней, 40, 50, 60, а ответа нет. Ну, что делать? Ну, придется, наверное, тогда в генеральную прокуратуру обращаться. Вот. Также Краснодарское ГИБДД, управление ГИБДД, я обращался по поводу нарушений правил дорожного движения, именно связанные с парковкой, на Шевченко 288А, корпус 2, там где МФЦ, со стороны детского переулка. Тоже нет ответа. Вот вообще, хотя было написано, что в вашем заявлении усматривается, значит, административное или уголовное, значит, правонарушение, будет рассмотрено, значит, отдельно, направлено туда-то, но ничего нету, никакого ответа. Нашли там нарушение, не нашли нарушения, тоже не буду останавливаться, буду писать дальше. Ну и всех призываю, в общем-то, не будьте равнодушными, любите свой город, и мы спасем его от разорения, от уничтожения его зеленых уголков. Так как вот мы защитили с вами вот здесь газон, здесь будет зелень, не будет здесь парковки. И слава Богу, что так вышло. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч.